я лично не пытаюсь как-то спародировать, точнее, пытаюсь подражать, но не пытаюсь спародировать, потому что спародировать это невозможно просто Высоцкого. А подражать почему пытаюсь? Потому что нужно передать вот этот нерв, вот этот, эту подачу, которую он в исполнении пытался внести, да. И тут этим не обходится, что просто спеть каким-то своим голосом, ну, это как бы, ну, просто можно спеть, конечно, своим голосом и так далее, но вы не судите строго. Если вы где-то найдете какую-то нотку, где-то подумаете, что я пытаюсь его перепеть или... Нет, это совсем не так. На самом деле, просто мне хочется, чтобы восприятие казалось реальным. То есть... Вот. Нам хочется верить, что это не так. То и о чем вам и говорил. То есть начинается вот это вот. Хочу сказать, не знаю что. Ну, начнем петь. Час зачатия я помню не точно, значит, память моя однобока. Но зачат я была ночью порочена и явился на свет не до срока. Я рождался не в муках, не в злобе. 9 месяцев — это не лет. Первый срок отбывал я в утробе. Ничего там хорошего нет. Спасибо вам, святители, что плюнули, додунули, что вдруг мои родители зачать меня задумали. В те времена укромные, теперь почти блинные, когда срока огромные, приливы топы длинные, их брали в ночь зачатие, а многих даже ранее. А вот живет же, братья, моя честнокомпания. Ходу, думаешь, резвые, ходу. Слово, сроченьки, милое слово, первый раз получил я свободу по указу от 38-го. Знать бы мне, кто так дорл, долго мурыжил, отыгрался бы на подлеце, но родился и жил я, и выжил. Дом на первой Мещанской в конце. Там за стеной, за стеночкою, за перегородочкой, соседушка с соседочкою баловались водочкой. Все жили вровень скромно так. Система коридорная, на 38 комнаток всего одна уборная. Здесь на зуб-зуб не попадал, не грела тила гречка. Здесь я доподлинно узнал, почем она копеечка. Не боялась сирены соседка. И привыкла к ней мать понемногу. И плевал я, здоровый трехлетка, на воздушную эту тревогу. Да не все то, что сверху от Бога. И народ зажигалки тушил, и как малая фронту подмога. Мой песок да дырявый кувшин, и било в солнце в три луча, сквозь дыры крыш просеяна. Да и в таким Кириллыча и Гизю Моисеевну, она ему, ну как сыновья, да без вести пропавшие. Эх, Гизька, мы одна семья, вы тоже пострадавшие, вы тоже пострадавшие, а значит, добро севшие, мои без вести павшие, мои безвинно севшие. Я ушел от пеленок и сосок, не забыт, не заброшен, и дразнили меня недоносок. Хоть и был я нормально доношен, маскировку пытался срывать я. Пленных гонят, чего ж мы дрожим? Возвращались отцы наши братья по домам, по своим, да чужим. У тети Зины кофточка драконами да змеями, а у Попова Вовчика отец пришел с трофеями. Трофейная Япония, трофейная Германия, пришла страна лимония, сплошная чемодания. Взял у отца до станции погоны, словно цацкие, а у из эвакуации толпой валили штатские. Осмотрелись они,
оклемались, похмелились, потом протрезвели и отплакали те, кто дождались, не дождавшиеся отревели. Стал метро рыть отец Витькин с Генкой. Мы спросили, зачем, он в ответ, мол, коридоры кончаются стенкой, а тоннели выводят на свет. Пророчество папаши, но не слушал Витька с корешем. Из коридора нашего в тюремный коридор шел. Да он всегда был спорщиком, припрут в стене откажутся. Прошел он коридорчиком и кончил стенкой, кажется. Да у отцов свою мы, да что до нас касательно, на жизнь досматривались мы уже самостоятельно. Все от нас, да почти годовалых, толковище вели до кровянки. А в подвалах и полуподвалах ребятишкам хотелось под танки. Не досталось им даже по пули. В ремеслухи шиви до тружи не дерзнуть, не рискнуть, но рискнули из напильников делать ножи. Они воткнутся в легкие от никотина черные, по рукоятке легкие, трехцветные, наборные. Вели дела обменные, сопливые острожники, настройки немцепленные. На хлеб меняли ножики, сперва играни в пальтики при стенах с крохоборами. И вот ушли романтики из подворотен ворами. Спекулянтка была номер перший, ни соседи, ни бога не труся. Жизнь закончила миллионершей Пересветова тетя Маруся. У Маруси за стенкой говели, и она там втихую пила. А упала она возле двери, некрасиво так зло умерла. Нажива, как наркотика, не выдержала этого. Богатенькая тетенька Маруся Пересветова. Но было все обыденно. Заскочит, кто расстроится. Особенно обидела богатство метростроев. За он дом сломал, за нам сказал. У вас, говорит, носы не вытерты. А я за что, бля, воевал? И разные эпитеты. Было время, и были подавалы. Было время, и цены снижали, и текли куда надо каналы, и в конце куда надо впадали. Дети бывших старшин да майоров до ледовых широт поднялись, потому что из тех коридоров им казалось подручнее вниз.